Здравствуйте, уважаемые подписчики! В который раз решил вам показать цветение моих цветов в середине апреля. Фаленопсис – необычный цвет, насыщенный малиновый цвет. Антуриум также, скажем, догоняет. Посмотрите, какая красивая узумбарская фиалка. Весь цвет малиновый. Ну и, конечно же, еще один колюс. Вот первый и вот он второй. Все вместе они перещеголяли вот этот вот малиновый индикатор в химической колбочке. Правда? Замечательная гармония цветов в химической лаборатории. Спасибо всем за просмотр. Заходите на мой канал.